Мы возле Макана. Сейчас владелец подойдет, его откроет нам. Пока смотрим по наружке. По косякам, по бамперу притертость тут. Сам бампер в зазоре стоит. Капот с крылом в зазоре. Вроде тут косяков по морде пока я не вижу. Сколов, пескоструев нету. Жабры закрыты. Передние партроники вижу есть. Сколов по капоту я тоже не вижу. По фаре тоже сколов я никаких не вижу. С этой стороны вроде тоже все четенько. Тут чуть-чуть провисший бампер спереди. Ну, я бы сказал, что это не считается. Это, да, вот такая мини-царапка под полировку. Еще будет ее видно, я не знаю. А бордюрки по переднему левому колесу нету. Баллон к мне мы накачан. Шаровые визуально не потекшие. Тормозные диски. Есть минимальный износ. Колодки вполне хорошие. Диски, не знаю, износ процентов 10, то есть 90% остатка. Капот с дверью, в принципе, в зазор. Крыло зазор. Лобовое сколов пока я никаких не вижу. Тут по этой стороне пленка под ручками. Морда в пленке или не? Да, по-моему, морда в пленке. Вот, тоже в пленке у нас заканчивается на стойке тут. И по крыше до люка. Крыло. Крыло тоже в пленке. Дальше. Стекло 23-й год. Тут двоечка. Тут 22-й год форточка. Стекла родные. Пленочка тут также есть. Пленочка снизу есть антигравийная. Вот снизу там же тоже идет пленка. Тут есть царапка. Такая вот. Дальше диск. Бордюрка минимальная есть. Вот повреждение чуть по диску. Резина. Типа как бы всесезонка она называется. Тут чуть подгрызано. Пирелли 22 год, 295-40-20. Тормозные диски, износ процентов 5. Колодки, износ процентов 50. Тут парки, проблем никаких не вижу. Задний бампер, в принципе, тоже по зазору. Тут у нас фонарь не оттопырен. Нормально все стоит, сзади партроники. Фонарю. Косяков я тоже никаких сейчас не вижу. По бамперу не вижу. Вижу вот на пластике притертость тут. Снизу там ничего подозрительного, плохого тоже не видно. Так, сзади спойлер в зазоре, не болтается. Тут бампер в зазоре. Тут по зазорам тоже все четенько. Стекла 23-й год, 22-й, 22-й. Задняя. Тоже двоечка. Так, по этой стороне косяков я тоже пока никаких не наблюдаю. Капот. Капот в пленке, да? Крыло тоже? Крыло в пленке. Так, бордюрка по этому диску отсутствует, по-моему. Такая легкая-легкая вот притертость вот есть тут. Резина та же. Переднее колесо, бордюрка есть. Тут уже самая серьезная из всех. Вот она по всему полушарию, скажем так. 23-й год резина. Тут также шаровая не потекшая, пнема нормальная. Снизу это грязь. Лобовое стекло. 23-й год. Цин Глобал Паршовская. Здрасте, мы к вам. Пикните, откройте нам. Так, по салону, по карте мини-царапка, вот так ничего нету. Анатомия сиденья целая, пластик, вот тут такая, а не, не это, нет, это литье пластик, это не царапка. Руль адекватный, регулировки не шумят, работают. Коробка, тут все ничего не затерто, царапин никаких я не наблюдаю, тоже не вижу. Так. Подкапотка, винкод есть, болты
тут я не вижу, на полке не кручены. Все на местах стоит, клипсы тоже на местах. Турбина сухая, клапанка сухая. Следов ремонта по стакану никаких нету. Крепление фары. По-моему, все тоже целое по левой стороне. Мотор сухой, коробка сухая. Тут по этой стороне ремни в хорошем состоянии. Минимальный пробег на машине видно. Коробка отсюда тоже видно сухо. Крепление по этой фаре не поломаны. Блоки европейский 22 год. Ну, тут я да, увижу тоже 22 год. Силовая часть норм, пластик дефлектора, вентилятора не потресканный. Все в адекватном хорошем состоянии. Кольчуга стоит снизу, по-моему. Так, загляну под низ, потому что она к нам на станцию на днях приезжала, такой же Каен с минимальным пробегом, а уже между коробкой и мотором потек антифриз. Да, не все сутка было. Конденсат накапанный. Идеально начать супер в этом районе. Где коробка? По этой стороне. Музыка Bose, тут ничего не затерто. По салону царапин никаких я не вижу, по ручке не вижу. Регулировка работает, не шумит, не скрипит. Панорама, кнопочки все забиты, черный потолок. Зеркало не разбито. Карта тоже живая, целая, салон. Не вижу я косяков никаких. Где-то и все зарядки. Тяжки есть? Нет, это тяжек. Дальше тут косяков не вижу. Дальше ничего нету. Больше, в принципе, косяков я никаких не вижу. Еще багажник глянем. Пластик не затерт. Тут, похоже, на все не затерто. Так, еще давайте глянем водительскую сторону. А можно мне ключ? Я подключусь, поставлю и заведу ее. Ага. Поддержите, пожалуйста.